Добрый вечер, друзья. Добрая полночь, друзья. С воскресенья на понедельник. И я хочу поделиться с вами, ну, каким состоянием подъема, которое вот нас со Светланой посетило, когда мы получили первое видео на наш конкурс «История успеха». Видео это уже висит. Мы перед выездом, значит, повесили его. И там женщина рассказывает об истории того, как она поменяла профессию на тестировщика программного обеспечения, будучи за 40, не имея технического образования. Все это в Российской Федерации, в Москве. И я почему вот так как-то пришел вот в состояние такого подъема, потому что нам все время говорят, что там не то, что после 40, после 30 человек уже никому не интересен. Значит, то есть там как бы все против человека, да, то есть и возраст совершенно как бы, казалось бы, неприемлемый. И женщина. И работы нет, и женщина. Время такое, да. И профессия у нее образование у нее не техническое, опыт работы такой не технический. Она еще года не прошла, она уже менеджер. Понимаете? И то есть абсолютно как бы такая успешная ситуация. И почему здорово это все? Потому что мы все время говорим «можно». Можно. А нам все время говорят нытики и умники. И они все говорят, нельзя, нельзя. Это же все обман. Сколько народу ходит и рассказывает, что я обманываю, что я зазываю, что я говорю о чем-то, что невозможно сделать и так далее. А вот же оно. Да, вы можете все. Вы можете. Каждый может, кто скажет, я пойду и сделаю. И 40 лет не проблема. И образование, казалось бы, неправильное, не проблема. Но человек собирается, идет и делает. И вся разница между успешными и неуспешными состоит только в том, что один идет и делает, а другой ходит, ноет, всем вокруг рассказывает, что все жулики, обосновывает этим то, что он не в состоянии ничего делать, не хочет ничего делать, не будет никогда делать. Вот эти люди, которые не возьмутся и не сделают, вот они вот в этой точке находятся. Точка достижения или недостижения. Ну, это на самом деле приятно, что есть люди, которые пробились, невзирая ни на что, и это люди такие же, как мы с вами, это люди рядом с вами. Да, абсолютно нормальные, обычные люди. Это наши соседи, это наши друзья, это не селебрити, это не звезды, это не гламур. И это не повезло, это они просто пошли и сделали. Да, и все. И вот и в этом вся разница. И это создает нам хорошее настроение, и вам хорошее настроение. И вам хорошее настроение. И еще раз, я 100 раз сказал, я 101-й скажу, не позволяйте никому определять, кто вы, что вы, чего вы можете, чего вы не можете, что реально, что нереально и так далее. Никто не смеет вам этого говорить и на вас это все навешивать, все эти ярлыки и так далее. Если кто-то делает, значит, применяем принцип «увидел пьяного, отойди». Отошел и все. И с нормальными людьми слушаешь, что делают те, кто достиг чего-то, а не те, кто не достиг. И только объясняет, что достичь этого в принципе нельзя. И я согласен, достичь ничего нельзя в жизни достичь, если не приложить к этому необходимых усилий там и так далее, и так далее. И, ребята, смотрим историю, смотрим видео на нашем конкурсе под номером 1 и рассказываем о своих достижениях. Я считаю, что трудно было даже мечтать, чтобы вот первое видео, чтобы почин, который у нас приключился с этим конкурсом, был бы лучше. И, в общем, я хочу сказать спасибо героине сюжета. И я жду, ребята, что вы своими лайками поддержите и автора видео, и тех людей, которые вдохновятся этим видео. Счастливо!